вперед твой каждый косяк. Бой, чао-чао, между нами айс. Я тебя любила, дебила, но что же повелась. Бой, чао-чао, словно напилась. Столько ли воды, но почему-то обожглась. Это Нуниос Новембер, я говорю свое мнение и не доказываю его. Самые говенные чипсы — это Лейс с беконом. Пить мажетель очень вкусно. Курить сигареты очень плохо. Если ты за всю свою жизнь не прочитал даже одну книжку, то ты не дебил. Самые вкусные чипсы — Лейс с крабом. Кушать мандарин — это прикольно. Oh my God, did you call me baby? Maybe. Is that okay? Yeah, it's cool. I like that. Cool. Всем привет, но Нюанс Новембер, где все говорят абсолютно очевидные вещи, и их за это хвалят. Все, что я хочу сказать в этом тренде, это то, что все энергетики практически одинаковые на вкус. Хватит, пожалуйста. Это Non-Unis November, где я могу говорить свое мнение и бежать, не объясняя его. Давай. Настя Кош достойна более взрослой аудитории, и у нее очень качественный контент. Правильно. Мария Третьякова и Лаура Лукина очень переоцененные персонажи. Правильно, правильно. Алена Шмитерова не смешная, и ее контент тоже. Адекватный. Алло, Зарина! Ты где находишься в данный момент? Алло, я не знаю, где я. Я еду в Шереметьево по дороге. Зарина, ты по дороге в Шереметьево? А мы в Домодедово, Зарина. Разворачиваемся, нам в Домодедово. Это Нюанс Новембер, где люди говорят свое мнение, никак его не аргументируют. Физическое насилие и вообще насилие в целом не может быть оправдано. Ты очень узкомыслящий, если считаешь, что ЛГБТ-сообщество — это ненормально. Бюджетных мест должно быть намного больше. Я уважаю феминизм, но считаю такие слова, как авторка, блогерка и т.д. просто глупостью. Самые токсичные комментаторы сидят ВКонтакте. Измена — это предательство, ее нельзя прощать. Нельзя судить людей по знаку зодиака. Бьет — не значит любит, за это человек должен нести уголовную ответственность. Быть эгоистом — это нормально. Аборт — это не убийство, женщины должны осуждать за это. Мне не нравятся мальчики в скини-джинсах. Некоторые тиктокеры слишком переоценены, а на некоторых, наоборот, стоит обратить больше внимания. Практически все люди, которые говорят, что нельзя оскорблять человека за его внешний вид, когда-либо оскорбляли какого-то человека за его внешний вид. Некоторые толерантные люди в комментариях на самом деле вообще не толерантны в жизни. Под ногами как просили, песня Айс разными голосами. Ты ходишь, все никак тебя не найдут.
Хуила, а ну-ка прекрати звонить, сука. Давай, раскумай. Так много разных мест, наши любимые поделись в духе. Я люблю женщины, их обилие. Есть варики, я зову ее мобильно. Нет покоя каждый день. Хочу есть тебя на завтра. У меня в голове. Ангелочек. Твой ангел-хранитель всегда с тобой. Ну, посмотрите на нее. Она же просто ангел. Эти и другие подобные фразы вы можете достаточно часто слышать в речи у других людей, да и сами, скорее всего, часто их говорите, но... Но, кажется, многие не в курсе, что если реально читать Библию и строить внешность ангела, основываясь на том, что в ней написано, ангел выглядит как-то так. Не очень нравится? Хорошо. Еще есть вот такой вариант. Милашка. Если предыдущие два варианта вам не понравились, есть еще третий вариант того, как выглядит ангел. Ну, и если вам хочется, чтобы ангелы были больше похожи на людей, то есть последний, четвертый вариант. И он выглядит, ну, как-то так.
Так что да, в следующий раз, когда вам скажут, ой, ну ты прям ангелочек, я б задумался. До свидания, пап, до свидания, мам, мы ждем там.